Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики. Я сегодня хотел сделать видео, как можно установить уровень определения воды на бочках, пластмассовых бочках. Например, на улице, если у нас стоит бочка, то мы его утепляем. Вот, утеплили, и курицы у нас дошли до него, вот, расклевали, все испортили. У нас, когда мы его утепляем, бочки, там внутри какой уровень, сколько воды есть или нет, невозможно определить, не видно все. А для того, чтобы определить уровень воды, нам необходимо что делать? Установить небольшую систему. Вот у нас здесь получается отсюда место слива выливается, где выливается вода, вот кран, и отсюда идет на улицу. И отсюда идет вот этот выход, это к мотору. Это нам не нужно. Вот выходит, видите, вот на этом уровне, до крана, где у нас выливается вода, устанавливаем тройник. И отсюда прозрачный шланг идет у нас, поднимаем выше этого уровня. Видите, выше уровня бочки. И чуть-чуть выше поднимаем, и достаточно, не обязательно. Мы его выше подняли, но это не обязательно. Чуть-чуть выше поднимаем, и конец верхний оставляем открытым. Чтобы воздух уходил спокойно, и воздух входил спокойно. Потом мы набираем воду, вот здесь смотрим сейчас. У нас вот прозрачный шланг стоит, и уровень воды, видите, вот здесь находится. Открываем, отсюда смотрим, вот на этом уровне у нас имеется вода. Точки спокойно можно определить. Набираем, когда мы набираем, мотор включаем, сюда набираем, тоже можно определить, как он поднимается, до какого уровня он поднимется. Очень простой метод, очень и удобный. Вот здесь наверху идет у нас открытый этот выход, чтобы спокойно выходил воздух и входил воздух. Чтобы вода могла спокойно подниматься и опускаться. Если мы верхний конец плотно закроем, то у нас воздух не будет заходить, уровень воды тоже не будет подниматься, на этом уровне останется, все больше не будет подниматься. И опускаться, может, не будет. Из-за этого свободный должен остаться верхний конец шланга. Еще здесь такой нюанс у нас, вот где идет слив воды, выливается вода, чтобы больше воды накопилось здесь. Вот здесь, видите, верхний на этом уровне, а слив идет примерно ниже, да? Где-то 50 литров можно где-то набрать еще. А если этой системы не будет, то она сливается даже на это. Ну вот, с этого уровня она будет сливаться. Что мы здесь сделали? Взяли тройник, установили здесь. Вот небольшой бугорок сделали до того уровня, вот примерно до верхнего уровня. У нас примерно будет подниматься еще вода. Еще больше воды наберем. А потом, когда уже полностью будет заполняться, она будет сливаться отсюда. Видите, это слив. Если мы на этом уровне сделаем, мы можем опустить его вниз. Будет вот на этом уровне сливаться. Можем его поднять вверх. Из-за этого этой системой тоже можно определить, сколько воды можно набрать в эту бочку. Здесь у нас еще одна бочка. Эта бочка у нас тоже утепленная. Не видно, что там находится вода. Какой уровень воды. И так там не видно. Он темного цвета, бочка. И сейчас утеплили, еще тем более не видно. Здесь тоже мы установили такую систему. Вот, видите, верхний конец открытый полностью. Где выливается вода, установили тройник и подняли вот так наверх. Здесь он уже вот наверху уже полный. Полный идет. Все. В этот момент мы можем выключить уже мотор. Здесь идет вот слив, вот этот толстый, 32. Вот залив отсюда идет вверх. 15 шланг, слив 32. Ну, чтобы лишняя вода не сливалась, мы установили уровень, включаем мотор, заполняется и выключаем. На каком уровне находится вода в этой бочке? Очень простой и удобный метод. Когда мы открываем кран, чтобы выливать воду, то эта вода выливается, вот этот уровень воды будет резко опускаться. Точно не будет уровень воды показывать, а когда кран закроем, он точный уровень воды будет показывать. Если бочка является металлической, как можно здесь установить определитель? Ну, уровень воды. Вот здесь у нас получается залив идет 15, слив идет 32. Одно время, когда одинаковые были, он проливался. Потом мы приварили еще туда 32. Сейчас хоть какое давление, он не будет выливаться, не выливается. Вот здесь тоже металлическая бочка у нас. Здесь невозможно определить. Единственное, можно определить по звуку. Можно было определить по звуку уровень воды. Но это не точный уровень получалось. Что мы сделали? Взяли вот такой угольник. Здесь чуть-чуть выше. Ну, более точно, чтобы определить, можно было бы здесь установить уровень воды.
Ну, нам и так устраивает. Это как бы запас пускай будет. Здесь устанавливаем, привариваем угольник. Сюда кран. В случае, если будем ремонтировать, его закрываем. Здесь ремонтируем. Здесь ремонтируем. Так, открываем. И все, он работает. Здесь тоже угольник установили, и отсюда шланг идет. Здесь желательно должен быть прозрачный, желательно, а обязательно должен быть прозрачный шланг. Видите, уровень воды вон наверху. Отсюда у нас поднимается шланг чуть выше бочки. Если ниже будет, он будет проливаться, чтобы этого не было. И вот здесь обмотали. Обратите внимание, вот конец шланга, он у нас открытый. Там тоже обмотали не сильно, чтобы воздух свободно проходил. Если его плотно закрыть, то уровень воды не будет показывать. Вода в бочке будет подниматься, а в шланге уже не будет подниматься. Чтобы уровень точно узнать, нужно открыто оставить. Воздух будет уходить, и вода будет подниматься. Вот он показывает точный уровень бочки. Сейчас уже можно узнать, что бочка у нас полная. А если именно у нас не было бы никакого уровня здесь, невозможно определить, и вода заканчивается. При стирке, при других случаях можно обломаться. Вода закончится, и все. А в этом случае уже мы точно знаем, что вода не закончится. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.